Всем добрый день! Сегодня рассмотрим состав курсовой работы, курсового проекта для студентов очной формы обучения, из каких разделов будет состоять пояснительная записка и графическая часть. Для того, чтобы выполнить курсовую работу, курсовой проект, вам понадобится для этого методические пособия, одно из которых называется «Отопление гражданского здания», а второе называется «Конструирование системы водяного отопления», которые можно будет найти и скачать в моем блоге для этого. Также вам понадобится нормативная литература, стандартные своды правил, главное из которых по оформлению курсовой работы курсового проекта — это ГОСТ 21-602 2016 года, правила выполнения рабочей документации, систем отопления, вентиляции и кондиционирования. И другие нормативные документы — это своды правил отопления, вентиляции и кондиционирования, различные ГОСТы и так далее. Все это можно скачать на моей странице сайта блога, который располагается и можно найти следующим образом. Для того, чтобы скачать методические пособия, а также нормативную литературу и в качестве помощи при выполнении курсовой работы использовать программное обеспечение, для этого нужно зайти на YouTube-канал, который представлен в данном виде. Здесь располагается непосредственно уроки по тому программному обеспечению, которое вы будете использовать непосредственно при выполнении курсовой работы либо курсового проекта. Достаточно найти плейлист отопления, в котором можно найти то программное обеспечение, которое будет использоваться для выполнения ваших работ. Для того, чтобы скачать нормативную литературу и методические пособия, здесь вот сверху есть ссылки на различные сети, в том числе и мой блог. Нажимая на него, эту ссылку, то есть мы попадаем в блог, где существуют различные статьи, в том числе и на тему отопления. Достаточно чуть спуститься, найти ярлык отопления, нажать, и у вас сразу же выскакивают необходимые статьи на эту тематику. Вот, например, это подборка нормативов для дисциплины отопления. Дальше учебно-методические пособия. Зайдя внутрь статьи, вы можете найти ссылку на скачивание. То есть скачивается в Google диска, все документы заархивированы. То есть для того, чтобы разархивировать данный документ, вам потребуется архиватор. Самый простой вариант — это бесплатный архиватор 7-Zip, который можно скачать, в последующем открыть все те документы, которые лежат непосредственно в этом архиве. После того, как вы скачаете архив с нормативными документами, и после того, как вы его разархивируете, у вас образуется множество документов формата Word, формата PDF, в которых находится вся необходимая информация данных нормативных источников для того, чтобы успешно выполнить вашу курсовую работу, курсовой проект. Причем здесь находятся не только на данный момент действующие нормативные документы, но и предшествующие. Их легко очень определить, потому что здесь написано к каждому нормативному документу, например, устаревший, сокращенный старт, устаревший документ. Почему это сделано? Потому что в настоящее время при создании новых нормативных документов, как правило, пользуются старыми. В результате копирования иногда приводит к тому, что пропадает часть информации, которая содержалась непосредственно в том документе, с которого был скопирован. Поэтому здесь представлены два варианта: действующий на сегодняшний момент и предшествующие документы, сколько их было на момент издания в настоящее время действующего. Для автоматизации выполнения расчетов в курсовых работах, курсовых проектах, для этого служит следующее программное обеспечение, благодаря которому вы будете выполнять ваши расчеты. Первая основная программа, которую нужно использовать, это Ventrop UZC версии 5.0. Ее скачать можно по тем ссылкам, которые расположены на YouTube канале под соответствующими видео. Дается ссылка. Здесь вы рассчитаете мощность отопительной установки помещения и всего здания. Вторая основная программа, которая вам понадобится для того, чтобы выполнить теплогидравлический расчет системы водяного отопления, это программа Danfoss SO 3.8, которую тоже можно скачать по тем ссылкам, которые находятся непосредственно под видео. Либо найти средствами стандартного поиска для того, чтобы их скачать и в последующем использовать.
И еще одна вам понадобится программа вспомогательная. Это Valtek комплект. Она нужна только лишь для того, чтобы определить требуемые термические сопротивления ограждающих конструкций, которые будете вы использовать. Потому что в программе Oventrop здесь нету определения именно нормативных термических сопротивлений для Российской Федерации. Здесь есть только непосредственный сам набор ограждающих конструкций. И по результатам этого набора получается термическое сопротивление вашей ограждающей конструкции, которое должно быть не меньше либо равно требуемому термическому сопротивлению для вашего района строительства. Из программы Oventrop вам понадобится в курсовой работе следующие результаты расчета. Первое – это общие данные, то есть нужна вот эта вот таблица с результатами расчета, которую можно либо экспортировать в Excel, либо можно просто скопировать и вставить в Word-овский документ, который в последующем преобразуется в PDF-формат. Необходимо вставить это вот ведомость ограждений. Здесь можно исключить некоторые столбцы, которые повторяются, либо они пустые. Для этого достаточно открыть формат таблицы и убрать галочку с тех столбцов, которые не нужны, вот, например, с производителя и, например, с каталожной номер. Можно убрать вид, потому что идет дубляж символа, и также вот можно убрать эту составляющую. То есть ее отформатировать, те столбцы, которые находятся пустые, их убрать, тем самым сократится таблица для того, чтобы разместить ее непосредственно в Word и в последующий PDF формат. Следующее, что необходимо, это ведомость ограждения. То есть это все находится в итогах. Здесь тот же самый принцип, либо экспортировать в Excel, либо все выделить, скопировать и вставить непосредственно в Word документ, который в последующем будет преобразовываться в PDF формат. И последняя таблица, которая нужна, это таблица данных для программы ISO. Вот она, данные для программы ISO. Тот же самый принцип, либо скопировать, но здесь не скопируешь, потому что здесь нужны еще столбцы. Дальше экспортировать в Excel и вставить непосредственно пояснительную записку. И еще один момент. Когда будете оформлять пояснительную записку, то есть у вас будут ограждающие конструкции. Здесь точно такой же принцип. Скопировать рисунок, на котором отображается ограждающая конструкция, именно послойно, и вставить в то место, где у вас отображаются непосредственно эти многослойные конструкции. Ничего сложного нету. То же самое можно сохранить в виде файла и в последующем вставка в Word документ как объекта рисунок. И все вот эти вот многослойные конструкции, которые участвует в расчетах. Можно даже разбить таблицу, которая называется ограждение, и под каждым ограждением, здесь он свободная строка, ставить сюда непосредственно рисунок. Из программы Danfoss вам понадобится вставить в пояснительную записку следующие таблицы и рисунок. Первая таблица — это общие данные, итоги. То же самое, ее можно отформатировать, экспортировать, либо выделить и скопировать, из-за того, что шапки здесь нету. И еще один документ должен присутствовать, а именно рисунок результаты, на котором будут показаны все настройки, все диаметры трубопровода для того, чтобы проверить правильность ваших расчетов. Тут не смотрите, что здесь указаны теплые полы, у вас будет радиаторная система, поэтому рисунок немножко будет отличаться. Все это возможно сделать при помощи просмотра рисунка, то есть его можно сохранить в виде отдельных PDF файлов, если у вас есть виртуальный принтер распечатки в виде PDF формата, то есть он не распечатывает на реальный принтер, а сохраняет в виде файла. То есть лишнее можно убрать, чтобы у вас все компактно уместилось. Непосредственно ваш документ пояснительной записки. Вот эти два документы должны быть в обязательном порядке. Состав курсовой работы, а именно, что из себя представляет, какие разделы содержатся в пояснительной записке. И в графической части можно найти методическом пособии отопления гражданского здания. Для этого достаточно открыть первый параграф, в котором расписываются все основные данные. Причем здесь дается цель курсового проекта, также основные штампики, которые ставятся на первый лист и на последующие листы, на каком формате выполняется пояснительная записка на листах четвертого формата. Также расписано, на каком формате выполняется графическая часть и какие штампики должны находиться непосредственно на этой графической части. Причем эти все штампики вынесены в приложение 7, если вы их нажмете, то их в этом приложении и увидите.
Для пояснительной записки вам понадобится штампик 40 на 185, который представлен здесь, и указаны, что должно находиться непосредственно в каждой части, причем указано не только жирным шрифтом, также указаны размеры и идет пояснительный текст. Все, что написано жирным, должно и отображаться в этих штампиках. На последующих листах идут штампики 185 на 15 пояснительной записки. И на графических листах идут стандартный штампик 185 на 15. 55. Пояснительные записки должны быть следующие разделы, в том числе и содержание. Первый раздел называется «Исходные данные для проектирования». Здесь вы должны вкратце отобразить информацию о вашем объекте, район строительства, температурные режимы непосредственно в здании и снаружи, геометрические характеристики, либо если вы используете расчет в программе по Винтроп ОЗЦ 5.0, то сюда вставить три первых таблицы, которые были озвучены непосредственно здесь, когда объясняли, какое программное обеспечение вам необходимо для этих целей. Единственное, здесь нужно кратко написать, что исходная информация содержится в соответствующих таблицах, которые получены из программы по Винтроп ОЗЦ 5.0, и приводите эти таблицы, плюс еще рисунки ограждающих конструкций. Следующий раздел называется «Расчет мощности отопительной установки помещения и здания». Здесь вы описываете три раздела, а именно теплопотери через ограждающие конструкции, теплопотери в результате инфильтрации, бытовые теплопоступления и теплопотери вследствие действия естественной вытяжки. Приводите расчетные формулы в каждом подразделе, кратко их расшифровывайте, например, К это коэффициенты по передаче ограждающей конструкции, единицы измерения и так далее. Дальше приводите либо расчетные таблицы, которые вы использовали для расчета соответствующего раздела, либо если вы также использовали программное обеспечение Винтроп ОЗЦ 5.0, вы должны будете представить сюда таблицу, это данные для программы ISO, и написать стандартную фразу, что результаты расчета вводится либо в соответствующие таблицы, либо результат расчета получен благодаря программному обеспечению по Винтроп ОЗЦ 5.0, и результаты расчета представлены в таблице такой-то. Следующий раздел называется «Выборы конструкционного решения системы отопления». В этом разделе вы должны описать конкретно про вашу систему отопления, что из себя она представляет, название там, лучевая, периметральная, двухтрубная, какое оборудование применяете, какую арматуру, запорную, регулировочную, тепловую изоляцию и так далее. Все конкретно про вашу систему отопления. Не теоретические основы, а конкретно, чтобы люди, которые в дальнейшем возьмут ваш проект, должны будут благодаря вашему описанию монтировать эту систему отопления. Следующий раздел – гидравлический расчет системы отопления. В этом разделе в обязательном порядке должна быть расчетная схема, расчетные формулы, кратко расшифровывайте их. Дальше результаты расчета представлены в таблице такой-то. Следующий раздел называется теплотехнический расчет труб и нагревательных приборов. Принцип точно такой же. Представляете кратко расчетные формулы, дальше результаты расчета соединены в таблицу такую-то. Если вы выполняли при помощи программного обеспечения Danfoss 3.8, то эти два раздела вы представляете там расчетные формулы, а дальше либо ниже пишет, что теплогидравлический расчет выполнен в программе такой-то, результаты расчета представлены в двух таблицах, там общие итоги, и непосредственно не в таблицах, а в одной таблице результаты расчета представлены в одной таблице и рисунки результатов, и их представляете непосредственно ниже этих разделов. Следующий раздел называется «Расчет основного вспомогательного оборудования индивидуального теплового пункта». Здесь вы должны будете представить информацию и расчет непосредственно оборудования этого теплового пункта. Ввиду того, что в программном обеспечении Danfoss ISO 3.8 расчет этот производится как фильтров, клапанов и так далее. Единственное, там не рассчитывается тип и размер насоса. Так вот, для того, чтобы определиться с типом насоса, вам придется найти производителя данного оборудования, либо также при помощи программного обеспечения подобрать тот тип и размер насоса, который обеспечивает тот напор, тот расход, который вы получите непосредственно в этом
программе. Следующий раздел УИР с курсовым проекты. Для студентов очного отделения здесь нужно представить статью на тему вашей курсовой работы, чтобы они перекликались с теми расчетами, которые вы проводите, либо тем подбором оборудования. Статья должна быть не ранее 5-летнего срока. То есть, если в настоящее время на дворе 2020 год, то крайняя статья должна быть не ранее 2015 года, 5-летний срок, а 2015 до 2020. Если вы смотрите уже в другом годе, то этот 5-летний срок, соответственно, новому году смещаете, если, например, 2021, 2016 и так далее. Следующий раздел – это энергосбережение, энергосберегающие технологии, использованные в курсовом проекте. Здесь вы должны будете представить расчет энергетического паспорта согласно своду правил «Тепловая защита зданий». Следующий раздел – список литературы. Приводите сюда всю нормативную действующую литературу, которую вы применяли для того, чтобы запроектировать вашу систему отопления. Спецификация оборудования может подклеиваться непосредственно к пояснительной записке, либо можно ее расположить за графической частью. Графическая часть выполняется на листах либо А3, либо А2 формата, все зависит от того, какие у вас попадутся планировки и какие у вас будут системы отопления. Должны содержать следующие листы. Это общие данные, на которые должны быть нанесены ситуационный план, ведомость рабочих чертежей, это стандартные таблицы, которые находятся в приложении. Дальше ведомость ссылочных и прилагаемых документов, основные показатели по чертежам отопления и вентиляции, условное обозначение. Также должна содержаться текстовая информация, которая называется «Общие указания». По сути, это повторение раздела «Выбор и конструкционное решение системы отопления». Но перед этим должны быть идти стандартные фразы, такие как, что курсовая работа, курсовой проект выполнен на основании действующих нормативных документов, и перечисляете, какие вы нормативные документы использовали. То есть основное — это СП, отопление, вентиляция и кондиционирование. Дальше различные ГОСТы по подбору температуры внутреннего воздуха и так далее. Следующий лист — это планы этажей. Количество листов. Здесь все зависит от того, какие у вас будут планы. На этих планах должно отображаться непосредственно ваша система отопления с условным обозначением элементов системы отопления в масштабе 1:100. Сколько у вас планов, столько листов. Следующий лист, листы — это план подвального или чердачного помещения. Все зависит от того, если вы там располагаете магистральные трубопроводы, либо еще какое-то другое оборудование, которое участвует в проектировании вашей системы отопления, то они тоже отображаются. Если там нету никакого оборудования, то и этих листов у вас, соответственно, не будет. Дальше, следующее лист называется аксонометрическая схема системы отопления, масштаб 1:100. Здесь также в виде скелета из трубопроводов и отопительных приборов должны быть нанесены в соответствии с ГОСТ 21602 2016 года все то оборудование, которое вы используете. И последний лист называется план разрез аксонометрической схемы индивидуального теплового пункта. Здесь масштаб отличается от предыдущих, где там масштаб 1:100, здесь 1:20 и 1:40. Здесь вы должны будете начертить план разрез, то есть как у вас располагается трубопровод, проводы, тем оборудованием, которое непосредственно располагается на этих трубопроводах, так называемый узел управления, для того, чтобы обеспечить бесперебойную подачу теплоносителя в ваше здание. Лист детальные и монтажные чертежи можно отдельно не создавать, а, например, располагать эти детальные чертежи на каких-то листах предыдущих, в соответствующих масштабах, чтобы не мельчить непосредственно в ваших схемах, особенно в масштабе 1:100, как располагается арматура, каких местах и так далее. Поэтому рекомендуется выносить их с помощью соответствующих углов на данный чертеж справа там либо слева, где есть свободное место. Вот здесь вот приложение 8 показаны основные формы листа, общие данные. Здесь пишите номер лист, дальше здесь наименование, все то, что содержится вместе, называемым наименование листа. Так, если необходимо примечание, то пишите примечание. Если нет, то оставляйте лист 1, 2, 3, 4 и так далее. Если у вас наименование листа не помещается в этот столбец, в эту строчку не помещается, то переносите на следующую строчку. Размеры все указаны непосредственно внутри столбцов. Высота и размер строк указаны в примечании.
ведомость ссылочных и прилагаемых документов. Сначала пишите ведомость ссылочных документов и сюда приводите те ссылочные документы, которые вы использовали для того, чтобы выполнить эту курсовую работу, курсовой проект. А сюда относятся различные каталоги, серии и так далее. Нормативная литература сюда не вносите. Достаточно 4-5 источников сюда внести в курсовой работе и на этом закончить. Дальше прилагаемые документы сюда необходимо внести: спецификацию оборудования, материалов и изделий. И второй документ — это будет пояснительная записка. Точно так же сначала по всей ширине пишите прилагаемые документы, а в последующем перечисляйте все прилагаемые документы. Следующее — условные обозначения. Сюда вносите те условные обозначения, которые вы внесли сами, которые отличаются от гастированного обозначения. Как правило, сюда вносятся 4 магистрали, то есть подающая обратная магистраль в системе отопления с указанием температуры и подающая обратная магистраль в тепловых сетях. Также сюда можно внести, как обозначаются у вас настройки клапанов и так далее, потому что ни в одном ГОСТе именно настройки не указывают. И еще одна таблица — основные показатели протяжения отопления и вентиляции. Здесь пишите наименование вашего здания, там какой он у вас там, коттедж и так далее. Дальше объем, период года, наружная температура наиболее холодной пятидневки, расход на отопление, на вентиляцию, на горячее водоснабжение ставите прочее, потому что не рассчитывали мы в этой курсовой работе как приточную вентиляцию, так и горячее водоснабжение. И общее будет равно на отопление. Расход холода тоже ставим прочерк. Установочная мощность электродвигателя. Сюда ставите эту мощность от насоса и электродвигатель клапана, благодаря которому осуществляется регулирование. Давайте рассмотрим основные ошибки, которые часто встречаются в курсовых работах и курсовых проектах на тему отопления. Во-первых, титульный лист должен быть по стандартной форме, которая здесь выдержана и представлена. Дальше идет у нас содержание со штампиком 185/40 с соответствующим заполнением. Следующее, обязательно здесь должно быть задание на курсовую работу в виде отсканированного рисунка либо сфотографированного рисунка при помощи смартфона либо других средств. Дальше планировка, которую вы взяли с сайта, в обязательном порядке, 3D моделью, обозначением номера планировки исходные, и должен стоять автограф о том, что данная планировка была согласована. Следующий у нас идет исходные данные. Здесь по сути повторили все те же самые исходные данные, которые идут в задании, но это делать не надо. Здесь можно было просто написать фразу, что исходные данные по геометрическим характеристикам, микроклимату помещений и климату окружающей среды района строительства представлена в таблице, которая взята из программы Wentrop по ZC5.0, а именно общие итоги. Здесь она находится здесь вот, то есть ее нужно перенести в начало, потому что здесь идут основные характеристики. То есть вместо этого написания, то есть сюда вставить именно эту таблицу первым пояснительным текстом. Теперь итоги ограждения. Отсутствуют здесь рисунки самих ограждений. То есть они должны присутствовать непосредственно в этой таблице. Дальше итоги ведомости к ограждению. То есть она замыкает таблицу ограждения. Следующее, что у нас идет, это расчет мощности отопительной установки. Здесь вот перечислены все разделы, которые участвуют в расчетах. Но нету ни одной расчетной формулы, что является недопустимым. То есть здесь должны быть, еще раз повторяю, представлены расчетные формулы. Кратко их расшифровать. И дальше, после всех этих вот разделов, написать стандартную фразу, которая здесь написана, что выполнено в программе Wentrop ZC 5.0,
результаты расчета сведены в такую-то таблицу. Вот здесь это все представлено. Дальше выбор и конструкционное решение, то есть здесь конкретно расписать свою систему, что из себя представляет данная система, какую арматуру. Используется непосредственно в системе отопления. Дальше. Вот эту вот теоретическую часть ни в коем случае сюда не прописываем, а именно расписываем те отопительные приборы, которые вы взяли непосредственно. Следующий раздел, здесь вот объединен гидравлический, топотехнический расчет системы отопления. Правильно здесь сделано, что приведена таблица, но опять неверно сделано тот момент, то что здесь должны быть расчетные формулы, а не только что результаты расчета введены в таблицу и в результате выполнения и установки рисунка пояснительную записку, имеется в виду рисунка результаты. Дальше выбор основного и вспомогательного оборудования, индивидуального теплового пункта. Здесь вот причислили о том, что получились такие-то данные из программы DAMP CSO 3.8. И был взят данный производитель и подобран данный насос того типа размера данного производителя. Следующее идет энергетический паспорт. Здесь составлен согласно СП все составляющие. Представлена статья на тему курсовой проект, а именно про терморегуляторы, которые применяли. Но отсутствует ссылка на статью как в списке литературы, так и здесь. Она отсутствует. Список литературы приведен. Сначала у нас идет вся нормативная литература, которая применялась для того, чтобы спроектировать систему отопления. А все остальное, там, например, электристику, можно было исключить. Зачем здесь приведены вот эти вот статьи, которые не относятся к той статье, тоже непонятно. Теперь, что касается графической части. Желательно расположение графической части следующее. То есть, сначала идет секционный план, в котором указано, где у вас находится тепловой пункт и вот полносителя. Дальше идет ведомость рабочих чертежей основного комплекта. То есть здесь вот они перечислены. Только почему-то здесь написан план второго этажа, когда общие данные. Дальше ведомость ссылочных документов. То есть вот тут ссылочные документы, потом прилагаемые документы показаны. Основные показатели по чертежам отопления и вентиляции. И показана таблица условное обозначение. Здесь не соблюден размер, то есть стандартный размер этой таблицы 185. Поэтому здесь она нестандартная, что влияет на дальнейшем на оценку. И здесь вот отсутствует, как демонстрируется, настройка различных клапанов в системе отопления. Так, здесь нарисована роза ветров, но роза ветров нам нужна только за январь месяц, потому что проектируем мы систему отопления только в зимний период, поэтому даже не обозначено, где тут какая, но судя по всему, красный это июль, а синий это январь, то есть должна быть только одна роза ветров. Теперь общие указания
очень скудная, то есть нету здесь ни про отопительные приборы, нету тут не указано, что у вас какая система отопления более конкретная, то есть отопление там двухтрубное с лучевой разводкой, этого недостаточно. Дальше выполнен в соответствии с нормативными документами, то есть здесь один указан, хотя и достаточно разнообразное количество, то есть он здесь даже приводится параметры наружного воздуха по снизу. Их просто приводите, просто конкретику говорите о том, что здесь такая-то температура наружная. Не надо указывать, откуда вы ее взяли. Не указано, какие у вас какая у вас регулировочная арматура применяется, где, в каких местах и так далее. Точно так же не указана установочная мощность двух электродвигателей у насоса и у клапана. Так, на планах этажа, то есть указаны все разводящие магистрали, указаны, где находятся отопительные приборы, где находится тепловой пункт, то есть где осуществляется разводка, указаны настройки. Единственное, настройки здесь вот уже дополнительно будет на каждом листе указано непосредственно в примечании. Указаны размеры. Так, и есть экспликация зданий, помещений вернее. Есть экспликация помещений, площадьми и нумерацией. Что можно было бы исключить, если, например, разместить эти нумерации непосредственно внутри ваших планировок. Причем здесь взят центральное расположение слов, выравнивание центральное. Тогда должно идти по краю, центральное здесь должно находиться. Здесь план первого и второго этажа. Единственное, здесь вот отсутствуют диаметры трубопроводов и также обозначение подъемного стояка. То есть не указано, где здесь находится подъемный стояк, в каком месте. Даже он тут в двух местах. Что нужно указывать. Непосредственно. И то же самое отсутствует диаметры трубопроводов толщиной стенки. На аксонометрической схеме есть все диаметры, то же самое дублируется настройки отопительных приборов, примечание здесь написано. Но отсутствуют отметки, то есть на каком уровне где эти трубопроводы находятся. Это тоже в конечном счете влияет на оценку. Причем здесь вот нарисованы два объекта, а почему-то наименование идет один объект, когда их два. То есть здесь вот указаны детали непосредственно по спецификации. Следующее, что у нас идет, это узел управления. Который здесь вот продемонстрирован. Единственное, нету привязки никакой оси. Отсутствует обозначение, имеется в виду по спецификации, где все находится. И здесь только продемонстрирован разрез. И план уже без привязки. Но единственное, они симметрично расположены, поэтому можно предположить, что размер одинаковый. И нету аксонометрической схемы, то есть как у вас располагается внутри непосредственно этот узел. Причем здесь насос поставили на подающем магистрали.
И продемонстрирована спецификация оборудования, материалов и изделий. Здесь отсутствует правильное ее обозначение, то есть LV.S спецификация. И представлены радиаторы, отсутствуют терморегуляторы. А нет, есть. Только существует определенный порядок заполнения. То есть трубы, они располагаются ниже, чем арматура. Смотрите ГОСТ 602/2016 года. Там пример заполнения спецификации оборудования, материалов и изделий есть. И помимо этого, тут еще отсутствуют некоторые детали, которые используются непосредственно в теплосчетчике. То есть здесь только теплосчетчик ограничился расходомером. Есть верно. Еще одной распространенной ошибкой является то, что не всегда то, что вы получили непосредственно в программе Ventrop UZ 5.0, перекликается с программой Danfoss ISO 3.8. Вот, например, смотрим 103-ю помещение. Здесь 11.54. Здесь тоже 11.54. Должны значения совпадать. В данном варианте здесь все совпадает. Даже когда вот вы объединяете несколько, например, 104 и 105, то здесь нужно конкретно писать, чтобы проверяющий и монтажник понимал, откуда берутся эти значения. Сумма двух значений получается данный вариант. 205 помещение, 1400. А здесь вот другое значение. 201. Тоже вот здесь вот значение непонятно откуда взятое. Получается 623. А тут два помещения. 201, то есть получается 1200. Гостиная 106. Так, ну а здесь совпало. То первый тепловой узел тоже совпало. Внимательно смотрите за оборудованием, чтобы везде были отметки, чтобы видно было, какое оборудование применяете, какое подобрано, исходя из расчета. То же самое смотрим на настройки, чтобы настройки были менее двух. Если будет менее двух, это тоже будет являться ошибкой. Здесь вроде как все нормально. И как таковых замечаний больше нету. И еще один момент. При проверке энергетического паспорта у вас есть программа Ventrop UZ 5.0, в которой все рассчитано и посчитано, все геометрические характеристики, все теплотехнические характеристики, и эти характеристики должны совпадать с теми значениями, которые вы вносите непосредственно в паспорт. То есть по наружной температуре, дальше по объему 712. Дальше по площадям. Для этого нужно открыть вот эту таблицу. Которая называется «Ведомость ограждений». И здесь сразу же даны все площади.
Это во-первых, смотрите внимательно, главное правильно взять те площади и установить именно те места. Перекрытие над неотапливаемым подвалом, чердачное перекрытие, если это у вас есть. И то же самое по термическим сопротивлениям. Есть 3,57 наружная стена. Сюда вставляем нормативное значение из программы Valtec 3.1.3. А дальше все рассчитывается согласно формулам и получаем тот необходимый класс энергосбережения. Должен быть не ниже C. А, B и C. Все остальные не будут рассматриваться. В данном случае получился B+. Поэтому внимательно смотрим и заполняем соответствующие таблицы. Оформляем работу для сдачи ее преподавателю. При сдаче курсовой работы и отправке ее на электронный адрес вы должны пояснительную записку, так и графическую часть, разместить непосредственно в одном документе в формате PDF. При отправке имя файла должно быть выглядеть следующим образом. Других вариантов рассматриваться не будет и отсылаться обратно фразой «переименовать в соответствии с требованиями». Начинается всегда шифра вашего направления, в данном случае строительства. Дальше пишется фамилия с инициалами. Можно в русском шрифте, либо в латинице, без разницы. Дальше семестр, в котором осуществляется данная работа. В данном случае показано 6-й семестр. И наименование дисциплины. В данном случае отопление. Вот таким именем файла отправляйте непосредственно на ту почту, которая была указана в этом видео. Для того, чтобы сдавать курсовую работу, для этого нужно отправить ее по электронному адресу, который можно найти, если опять вернуться на YouTube канал. Здесь есть закладка о канале. Войдя в нее, то есть вы увидите здесь показать адрес электронной почты. Нажимаете на эту кнопку. Вначале вас идентифицирует, что вы не робот. И после этого вам показывает адрес электронной почты. Да, необходимо высылать ваши курсовые работы в формате PDF. Один файл, в который включены непосредственно пояснительная записка и графическая часть. Всем спасибо за внимание, кому это было полезно. Всем удачных расчетов и выполнений курсовых проектов, курсовых работ. До следующего видео и до свидания.